Я играл на фестивале в Денвере, на таком русском фестивале. Тогда еще это было нормально, это было давно очень. И там один Харпер, мистер Уэс его звали, он, значит, подошел, он говорит: «Слушай, классно играл». Начал мне подыгрывать, значит, и я спел эту песню. И он такой: «А, хороший грув там», спрашивает: «Как называется эта песня?» «Russian Traditional Blues». Он пожилой такой человек. Он говорит: «Я-то думал, что блюз написали в Дельте Миссисипи». Вот, я говорю: «А вот и ошибались вы, мистер». Вот. В общем, короче, эту песню теперь я объявляю так. Слова Константина Арбенин. Музыка американская народная. Русский народный блюз. Когда-то я пел русский народный блюз. Когда-то я здорово пел очень русский народный блюз. Теперь у меня молодая жена, она сказала: «Музыка тебе не нужна». А ведь я здорово пел русский народный блюз. Она, конечно, стерва, мама, в смысле жена, но я на нее молюсь. Я опять работаю сторожем, но теперь не пою на посту. Я снова работаю сторожем, мама, но теперь не пою на посту. Жена сказала: «Твой пост теперь здесь. Помой посуду, приготовь поесть». Выходит, я и там, и здесь на посту. Но я не возражаю ей, мама. Наверное, духовно расту. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой, мой, мой. Я великий, мама, ты знаешь, но я великий не мой. Я ничего не могу ей возразить. Фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Сама фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Жена пустила его в оборот, она все золото вставила в рот. Весь мой золотой компакт-диск. Она бы с этим не справилась, мама, но ей помог один мой знакомый дантист, предатель свой. На моей малой родине мне хотели поставить бронзовый бюст. На моей исторической родине настоящий бронзовый бюст. Жена сказала: «Ты не икона, хватит с тебя бюста из силикона». А мне хотели поставить бронзовый бюст. Теперь, когда я обнимаю его и ее, мама, я задыхаюсь от смешанных чувств. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой, мой, мой. У меня нет теплого пальто, мама, что я буду делать зимой? Смотрит все сериалы, не пропускает ни одного телешоу. Она смотрит все сериалы, мама, и все телешоу.
все телешоу. Тогда я выхожу из дома, мама, и веду себя нехорошо. Жена уехала в другой город, оставила мне ключи. Сама уехала в другой город, наверное, случайно оставила мне вторые ключи. Я пригласил двух девчонок, я купил вина. Я включил телевизор, а там жена. Надо было оставлять мне ключи. Тогда я выключил звук, мама. Я сказал жене, не звучи. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой, мой, мой. Я великий, мама, ты знаешь, но только ты знаешь, потому что я не мой. Пилок. Жена сказала. Она сказала. Она сказала эту песню, ты спер у БГ. Она так и сказала эту классную песню, ты нагло спер у БГ. Она же тупица непроходимая. Она не слышала Боба Дилана у БГ. Но пока я писал, baby, я сбросил 12 кг. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой, мой, мой. Я великий, мама, ты знаешь, но я великий не мой. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Ты лучше всех, бэйби, мама. Домой. Домой. Ты лучше всех, бэйби, мама. Я хочу быть с тобой. Спасибо.